Добрый день, дорогие насельчане! Добрый день, уважаемые гости нашего села! Приветствуем вас на нашей земле, в уютном, хорошем и дружном селе. Овеяны славой поля здесь, пригорки. Нет в мире прекраснее нашей сторонки. Родному краю, любимому селу, вам, земляки, гости, друзья, соседи, посвящается наш праздник. Природа подарила нам сегодня солнечный день. И ваши лица тоже сияют, как солнце. Сегодня у нас с вами праздник 63-летия нашего прекрасного села. И хотя этот день не отмечен в календаре, мы отметим его красным цветом в летописи нашей истории. Дорогие односельчане, на нашем празднике присутствует глава администрации Новосельского сельского поселения Владимир Михайлович Красильник и глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, председатель районного совета Черноморского районного совета Республики Крым Алексей Васильевич Шипицын. Для поздравления приглашаем вас на сцену. Здравствуйте, дорогие посетители! Я хочу поздравить вас с праздником. С праздником Днем Села. Традиционно, ежегодно мы его отмечаем, но последние два года, как-то вот с историческими ограничениями, праздник не проводился. Сегодня мы проводим его в таком формате. Но это временные трудности, и мы их преодолеем. Хочу сказать, что ежегодно наше село развивается, становится краше и больше. Осваиваются новые территории, строятся дома. Люди к нам приезжают. Значит, жить здесь хорошо. Мы стараемся, чтобы ежегодно проходили мероприятия по благоустройству территории, ремонтировались дороги, обустраивались новые зоны для отдыха, для занятия спортом. Вот, например, сегодня проводились мероприятия по мини-футболу. Там приезжали гости из села Кировского, села Ленинка. И, кстати, они выиграли кубок, заняли первое место по футболу. Всем вам хочу пожелать, прежде всего, крепкого здоровья, мирного неба головой, благополучия вашим семьям, а нашему селу развития и процветания. С праздником! Разрешите мне тоже присоединиться к поздравлениям. Владимир Михайлович, конечно же, всем жителям и гостям нашего села поздравляем с праздником Днем Села Новосельского. Знаете, когда сейчас хотели объявить меня почетные гости, ну какой же я гость, я истинно уже живу в селе уже с малолетства. Конечно же, хочется вам пожелать крепкого сибирского здоровья, долголетия, чтобы наше село цвело, пахло и расцветало. Ну, конечно же, мы приложим все усилия и руки, ноги, голову в том числе, чтобы наше село было лучше, наше правительство. Спасибо большое. Всех с праздником. День села – это праздник всех жителей, от мала до велика. И, конечно же, тех, кто внес свою лепту в то, чтобы в этот день село Новосельское расцвело, разлетало праздничными яркими красками. Наше красивое и цветущее село имеет удивительное название – Новосельское. Но настоящим его украшением являются люди. Мы видим их каждый день. Они живут рядом, они трудолюбивые и скромные. Они не привыкли к славе, но их жизнь, их ежедневный труд – это источник человеческой мудрости и самоотверженности. Сегодня, в течение нашего праздника, мы неоднократно будем говорить о наших замечательных земляках, дарить всем присутствующим радость, хорошее настроение и, конечно же, музыкальные поздравления. Встречайте народный хор ветеранов «Ивушки».
Шепчет ветер ласковый, нежные слова. От цветов душистых кругом голова, да и солнце светит как-то веселее от того, что нынче праздник на селе. У селян веселые, радостные лица, собрались на праздник петь и веселиться. Гостем долгожданным праздник нам пришел, значит, будет весело, будет хорошо. Встречайте, детский вокальный коллектив «Фаворит» Новосельская СДК. Thank you.
Село Новосельское. Его не увидишь на карте мира, но оно так много значит для нас. Мы здесь живем, трудимся, справляем свадьбы, держим на руках своих первенцев. На территории Новосельского сельского поселения проживает немало людей зрелого возраста. Давайте поприветствуем долгожителя села и с удовольствием назовем ее имя. Неделька Пелагея Прокофьевна. Для вручения подарка приглашаем главу администрации сельского поселения Владимира Михайловича Красильникова. Нашего села. Здоровья вам крепкого! Живите в радости, доброте и любви! Примите, пожалуйста, музыкальный подарок от Кристины Лукьяновой. Будет все у нас хорошо. Мы
давно известен, не удивительен мир без песен. Но если даже дождь идет с утра, надо, чтоб люди точно знали, нет оснований для печали. Завтра все будет лучше, чем вчера. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй жизни хоть раз. И вот когда слышит ты писк, как ты глаз, пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Ой, засыпай, пой во сне, проснись и пой. Все позабудь, что миновало, все, что упало, то пропало, все, что прошло, обратно не вернешь. Только туда и нет обратно, только туда невероятно, завтра всегда опять произойдем. Проснись и пой, проснись и пой, попробуй жизни хоть раз, не упускать улыбку из открытых глаз. Пускай капризен успех, он выбирает из тех, кто может первым посмеяться над собой. Ой, засыпай, пой во сне, проснись и пой. Пара-пара-пара-пара. Странички издуренного труда и незабываемого веселья, странички трагедии и странички юмора. Но всегда преобладала чистота души и любовь к родной земле. Я думаю, что многие сидящие в зале, особенно люди старшего поколения, могут нам рассказать много интересного из истории села. Мы сейчас с вами проведем небольшую викторину из истории нашего села. Мы будем задавать вам вопросы, а вы на них отвечаете. Итак, первый вопрос. Сколько лет нашему селу? Правильно, 63. Как называлось сельскохозяйственное предприятие, подарившее нашему селу детский сад, школу, дом культуры и многие улицы? Большевик. Как звали председателя, по чьей инициативе были созданы объекты социальной сферы? Иван Лукьянович Чуванков. Как назывался детский сад? А может, кто-то помнит, в честь какой даты он был построен? Это, по-моему, с революции. К юбилею. Итак, детский сад «Колосок». Кто знает, сколько улиц в нашем селе? Очень много. Не считая еще садовое товарищество, как ну, улица. Давайте тогда уточним вопрос. Какие улицы носят имена героев Великой Отечественной войны? Ивана Жудова, Кашевого. Улица Мира – это в принципе. Надежды Гурченко, но это стер веса. Гагарина – первый летчик.
Чумакова тоже есть, и улица Лукьяна, имени Лукьяна Ивановича названа, и библиотека носит имя Чумакова. Ну что ж, молодцы, благодарим вас за ответы. Вас спешит поздравить с праздником танцевальный коллектив «Глюкоза» Межводинского дома культуры. Веселые девчата! Сегодня отмечаем и всех живущих в нем сердечно поздравляем. И по заслугам нынче славим мы людей, кому село, свой дом на деле всех важней. Хочется сказать слова благодарности самому активному жителю села Соловьевой Людмиле Васильевне. Приглашаем главу администрации сельского поселения Яна Жарзинова Чайлова. Сельское поселение выражает истинную благодарность за проявленную инициативу, активную гражданскую позицию, участие в культурной и общественной жизни Новосибирского сельского поселения с пожеланиями крепкого здоровья, счастья, благополучия и удачи. От себя хочу добавить, что в 2018 году житель села, если не изменяет память, четвертый созыв подряд является депутатом нашего сельского совета. Да. Кроме этого, дети, кто занимается у нее в кружках, в группах, эти поделки, скажем, да, эти работы занимают призовые места не только в районе, но и в республике. Вот. Вам большая-большая благодарность. Спасибо, что вы занимаетесь детьми. Это большой вклад. И еще не все. Сертификат. Подарочный сертификат на приобретение набора для творчества вручается самому активному жителю села Новосибирска Соловьёвой Людмиле Васильевне. И примите музыкальный подарок. Три желания. Кристина Гудич. Поймал лягушку около пруда.
он теперь богат. В этом году в нашей дружной семье пополнение. На свет появилась замечательная малышка. Значит, в нашем созвездии зажглась новая звездочка – Ева. Приглашаем на сцену молодых родителей, подаривших селу нового жителя. Семья Зубовых – Олег и Юля. В этой семье уже стало традицией на день села пополнять рядных жителей. 5 лет назад мы поздравляли их с рождением сына Богдана. Для поздравления приглашается Владимир Михайлович. Мы поздравляем вашу семью с рождением девочки. Пусть она живет, растет, здоровенько, крепко, радует вас. Ну а вам терпение. Родители, примите поздравления от солистки танцевального коллектива «Глюкоза» Межвонинского дома культуры Кулябиной Аллы. Чертенок! Thank you.
Есть такая народная мудрость: где родился, там и пригодился. Среди испытаний и трудов человек всегда обретал малую родину, которая нужна ему и которой необходим он сам. Своим талантом, своими делами, поступками, мыслями. И сегодня мы отдаем дань уважения землякам, взявшим на себя самую трудную и самую важную заботу – работать на земле и кормить страну. Потому что с маленького хлебного зернышка начинается мощь и сила нашего государства. Это Николай Владимирович Лоско и его труженики. Встречайте вокальный народный ансамбль «Казачий дом».
Как часто мы произносим в жизни фразу «Мое село – мой дом». В этих словах таится любовь к своей малой родине, где родился и вырос, где начал свою трудовую деятельность. Для многих наше село стало родным и близким, особенно для людей старшего поколения. Здесь прошла их юность, трудовая зрелость. Здесь выросли их дети и подрастают внуки. Может быть, и они не изменят своей малой родине и будут жить и работать здесь, справлять свадьбы и воспитывать детей. В этот праздничный день мы хотим поздравить молодую семейную пару, которая в этом году скрепила брачный союз, а именно Киянинка Евгения и Инну. Так как у них еще медовый месяц, к нам они не успели, уж простите. Подарок вручим. Семейного счастья им и долгих лет жизни. Принимайте от нас музыкальный подарок. Валентина Кулябина, «Ромашка, белый лепесток». С праздником вас, дорогие жители и гости! Взаимопонимание и взаимопомощь. В этот день нам хочется назвать семейную пару нашего села, много лет идущие по жизни рука об руку, и в горе, и в радости, в болезни и в здравии. Максименко Владимир Яковлевич и Галина Николаевна. Вместе они уже 50 лет. Желаем бодрости и сил, чтобы каждый день обычной жизни
внимание, радость приносил. Для поздравления, Владимир Николаевич. Пожелать вам здоровья. Вы прожили столько лет. Естественно, у вас взаимопонимание, поддержка, это присутствие. И подарок вам, этот чай-сервиз, чтобы он вас согревал в вашем семейном кругу. Вы соберетесь, попьете чаю, вспомните. Всего самого хорошего. Для нашей уважаемой семейной пары, а также для всех жителей и гостей праздника, звучит музыкальный подарок вокального коллектива Черноморского РДК «За душевный разговор». Песня, спой ее со мною вместе. Там, за горизонтом.
Среди сотен глаз и знакомых лиц ты найдешь любовь, только оглянись. Свою судьбу не упусти. И когда в душе расцветет весна, будешь верить ты, буду верить я, в то, что сбываются мечты. Ты живет мечта, и ее искать. Поверь, и мы ее найдем. Там, за горизонтами, там, с трудами, с горками, там все мои мечты звучат, как будто песня. Спой ее со мною вместе. Там, за горизонтами, там, с трудами, с горками, там все мои мечты звучат, как будто песня. Спой ее со мною вместе. Друзья, мы не задумывались, почему так говорят? Мой дом, моя крепость. Наверное, потому, что у каждого должен быть дом, и не просто крыша над головой, а место, где его любят и ждут, понимают, принимают таким, каков он есть, место, где человеку тепло и уютно. Уважаемые односельчане, сегодня мы произносим слова благодарности всем, кто благоустраивает свои дома, тем самым делая наше село еще живописнее и краше. Примите поздравления от танцевального коллектива «Радость».
село мое, мое село, среди садов, среди полей, да будет мир, и хлеб, и соль под каждой крышей твоей. Слетают с губ моих признания, ты слышишь, милое сердце края, тебе навеки процветание, тебе при жизни светлый рай. Для вас поет народный вокальный ансамбль «Казачий дом». Берегите родину родную, пусть это будет город и село, в трудную минуту роковую здесь найдешь и ласку, и тепло. Любоваться родиной умеем, каждый выросший на ней росток, бережно храните и лелейте, из ростка получится цветок. Зацветет земля, когда родная, будет предана детьми горда, вам во сто раз больше отдавая и любви, и хлеба, и тепла. Thank you.
подошла к завершению наша праздничная встреча. Хотим поблагодарить всех участников концерта и мастеров декоративно-прикладного творчества. Слово предоставляется главе администрации Новосибирского сельского поселения. Благодарность администрации Новосельского сельского совета выражает детскому хореографическому коллективу «Глюкоза» Межвонинского сельского дома культуры, руководитель Кулябина. Народному хору «Ивушки». Нет, Валентина Михайловна. Благодарность народному хору ветеранов «Ивушки» Новосельского сельского дома, руководитель «Запорожец» Надежда Петровна. Благодарность народному вокальному ансамблю «Казачий дом» Черноморского районного дома культуры. Руководитель Виктор Данилов. Благодарность вокальному ансамблю «За душевный разговор» Черноморского районного дома культуры. Руководитель Татьяна Кожухарь. Благодарность детскому хореографическому коллективу «Радость» Новосельского сельского дома культуры. Благодарность детскому вокальному коллективу «Фаворит» Новосельского сельского дома культуры, руководитель Татьяна Кожухарь. Благодарность народному театру студии «Родник» Новосельского сельского дома культуры, руководитель Кулиш Анна Алексеевна. Детскому театральному коллективу «Маски», спутнику Народного театра студии «Родник». Анна Алексеевна, кто из детей? Из взрослых, руководитель. Маргарита, подойди за благодарность. Благодарность выражает искренне Новосельский сельский совет, поздравляет с Днем села и выражает благодарность Лукьяновой Кристине Вадимовне за популяризацию вокального искусства, активное участие в мероприятиях Новосельского сельского дома культуры. Администрация Новосельского сельского поселения выражает искреннюю благодарность Антоновой Нине Алексеевне, уборщику служебных помещений, за многолетний труд, добросовестное исполнение своих должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня села Новосельского. Благодарность выражается Кожухарь Татьяне Викторовне, художественному руководителю Новосельского сельского дома культуры, за добросовестный многолетний труд и в связи с Днем села. Администрация Новосельского сельского поселения выражает искреннюю благодарность Крамовой Марии Николаевне, директору Новосельского сельского дома культуры, за многолетний добросовестный труд, профессиональное исполнение своих должностных обязанностей и в связи с празднованием Дня села. Марина Николаевна. Администрация Новосельского сельского поселения, не уходите, Марина Николаевна, пожалуйста, выражает коллектив Новосельского сельского дома культуры, директор храма Марина Николаевна. Спасибо вам за интересный мероприятие. Благодарность выражается Лазаренко Валентине Михайловне за участие в выставке декоративно-прикладного искусства, посвященной Дню села Новосельское.
пожеланием крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. Благодарность выражается голубь Ольге Викторовне за участие в выставке декоративно-прикладного искусства. Мы ей передадим. Благодарность выражается Горшковой Галине Сергеевне за участие в выставке декоративно-прикладного искусства, посвященной Дню села Новосельское, с пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. Валерий Викторович. Еще одна рукодельница, Верещак Наталья Владимировна, за участие в выставке декоративно-прикладного искусства, посвященной Дню села Новосельское, с пожеланиями крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов. Спасибо большое за подарки. Но мы не прощаемся с вами, а говорим до свидания. До новых встреч. С праздником. С праздником.